Этот репортаж мы ведем из колхоза «Путь Ленина» Киквидзенского района. Хозяйство большое, специализируется на производстве молока, а также кормов для расположенного неподалеку районного свинокомплекса, рассчитанного на 54 тысячи голов. Только за последнее время здесь выросли целые улицы новых аккуратных домов. Правление колхоза разработало долгосрочный план по закреплению кадров на селе. Он включает в себя и ежегодное жилищное строительство. А сумма на это выделяется немалая – более 120 тысяч рублей. Все оплачивает колхоз. В этом году хозяйство построило около 800 квадратных метров жилья. Здесь будет жить семья Анатолия и Галины Харитоновых. Общая площадь дома – 63 квадратных метра. Приусадебного участка – 3000 квадратных метров. Квартира трехкомнатная, гостиная, детская и спальня. Анатолий – главный ветеринарный врач, Галина – зоотехник. Приехали сюда по направлению сразу после учебы.